Это уже стало традицией. В Бельцах ежегодно выбирают и награждают лучших спортсменов и тренеров. Спортивные итоги 2017 года подвели во вторник, 30 января. На сцене Центра культуры и молодежи чествовали тех, кто себя особо проявил на республиканских и международных стартах, а также тренеров, без которых ни одно спортивное достижение не стало бы возможным. В десятку лучших вошли Олег Шарик, заслуженный тренер Республики Молдова по настольному теннису, Юлий Пятиковский, заслуженный тренер Республики Молдова по дзюдо и самбо, Геннадий Мелешкевич, заслуженный тренер Республики Молдова по самбо, Валерий Мелешкевич, мастер спорта по самбо, тренер спортшколы имени Бориса Петухова, Геннадий Тарасинский, тренер по карате Шотокан, Игорь Пупков, мастер спорта СССР по боксу, тренер школы имени Бориса Петухова, Валерий Панков, тренер по велоспорту, Василий Сандуляк, гроссмейстер, тренер по шахматам, Александр Патраман, тренер по футболу, Ольга Зубкова, заслуженный тренер Республики Молдова по легкой атлетике. Мы рады приветствовать вас на торжественном мероприятии чествования лучших из лучших спортсменов и тренеров муниципии Бельц. Это уже традиция в нашем городе. И красивая, хорошая традиция. И я верю, что с каждым годом у нас десятка лучших спортсменов и тренеров должна превратиться и умножиться в двадцатку, в тридцатку. Я желаю вам всех успехов и всех поздравляю с сегодняшним днем. Поздравляю. У нас, конечно, у нас хорошие, очень хорошие достижения для такого небольшого города. На церемонии премировали лучших спортсменов и тренеров. Личный подарок Рената Усатова им 100 тысяч леев. Мэр Бельц, который пока не может вернуться на родину, передал слова благодарности тем, кто поддерживает и развивает спорт в муниципии. Николай Григоришин отметил, что еще одной хорошей новостью является открытие нового спортзала для боксеров, который обустроит здание Центра культуры и молодежи. Я приветствую вас, спортсмены, приветствую тренерский штаб. От себя лично и от нашего мэра, спортивного мэра Рената Усатова, я хочу выразить свою благодарность, признательность. Он следит за вашими успехами. В этом году он выделил 100 тысяч лей для того, чтобы вас поздравить. Также он просил передать вам слова, что он верит в бельских спортсменов, и что бельские спортсмены, они самые сильные, не то что в республике, они сильные духом. И те тренера, которые их воспитывают, они вселяют в них не то что уверенность в себе, а делают из них настоящих людей. Неважно, станет он спортсменом, чтобы он был нормальным человеком и нес достойно то, что он бельчанин. Это самое главное. Ну а также хотел бы отметить вам, что в этом году я рад, что наконец-то в этом здании будет отремонтирован и сделан капитальный ремонт для боксеров, и боксеры наконец-то будут иметь свой отдельный профессиональный зал. Ну а сейчас вас еще раз с праздником. Спасибо вам за все. В десятку лучших спортсменов вошли победители европейских и международных турниров по таким видам спорта, как настольный теннис, самбо, карате, бокс, дзюдо, велоспорт и шахматы. Бринза Надалина, мастер спорта. Третье место в составе сборной Европы. World Cadet Challenge 2017. Пятое место. Чемпионат Европы по настольному теннису среди кадетов. Второе место. Балканские игры по настольному теннису среди кадетов. Таки Денис, мастер спорта. Второе место. Чемпионат Европы по самбо среди взрослых. Третье место. Кубок мира по самбо среди взрослых. Первое место. Чемпионат Республики Молдова по самбо среди взрослых. Бринза Виталина. Мастер спорта. Второе место. Балканские игры по настольному теннису среди кадетов. Первое место. Международный турнир по настольному теннису среди кадетов. Андрокинс Оупен 2017. Второе место. Италиан Протур Джуниор по настольному теннису среди кадетов. Ладышев Марк. Мастер спорта. Третье место. Чемпионат мира по самбо среди юношей. Второе место. Международный турнир по дзюдо. Дзюдо без границ. Первое место. Чемпионат Республики Молдова по самбо среди юношей. Ладышев Михаил, кандидат в мастера спорта. Первое место. Международный турнир по дзюдо. Дзюдо без границ. Первое
первое место. Международный турнир по дзюдо в памяти заслуженного тренера Республики Молдова Василия Лука. Первое место. Международный турнир по дзюдо Кубок Олега Грецу. Гутяну Наталья, мастер спорта. Седьмое место. Чемпионат мира по самбо среди взрослых. Второе место. Кубок мира по самбо среди взрослых. Первое место. Чемпионат Республики Молдова по самбо среди взрослых. Спыну Виталий, мастер спорта. Первое место. Чемпионат мира по карате шотокан среди взрослых. Первое место. Чемпионат Европы по карате шотокан среди взрослых. Прискару Виталий, кандидат в мастера спорта. Третье место. Чемпионат Европы по боксу среди юниоров до 16 лет. Первое место. Чемпионат Республики Молдова по боксу среди юниоров до 16 лет. Райляну Кристиан, мастер спорта. Четвертое место. Международная гонка UCI, Румыния. Четвертое место. Международная гонка UCI. Город Бихар, Румыния. Первое место. Чемпионат Республики Молдова по велоспорту. Кросс-кантри среди взрослых. Кыту Паула Александра. Мастер спорта. Второе место. Чемпионат мира по шахматам среди молодежи до 18 лет. Первое место. Открытый чемпионат Бельгии по шахматам до 18 лет. Второе место. Чемпионат Республики Молдова по шахматам среди женщин. Наградами были отмечены и команды по игровым видам спорта и лично командным видам спорта. «Заря-2001» специализированной школы футбола. Тренер Александр Патраман. Баскетбольная команда У-14 спортшколы номер 1. Тренер Виталий Червак. Женская гандбольная команда спортшколы номер 1. Тренер Светлана Тучина. А также команда «Бельцы» спортшколы номер 1 по настольному теннису среди мужчин. Тренер Олег Шарик. Команда пловцов детско-юношеской школы Олимпийского резерва. Тренер Евгений Пасечник. И легкоатлеты. Команда спортшколы номер 2, тренирует которую Ольга Зубкова.